Институт Бион был основан 30 лет назад как частная исследовательская организация. Все началось с изучения влияния электрических полей на организм человека. Позднее институт переключился на исследования в области структурирования воды и тонких полей, которые также называют биополем или полем квантового вакуума. Мы разработали множество методов изучения структурирования воды. Одним из наших достижений является метод Бион-Эвапо. В его основе лежит микроскопия капель выпаренной воды. Данные обрабатывают и анализируют сразу несколько компьютерных программ, что гарантирует достоверный результат исследования. Для изучения упорядоченности воды мы применяем метод электрохимической спектрометрии. Еще один метод основан на электрофизиологических измерениях человеческого тела как индикатора биополей. Обычно для исследования мы используем как минимум два разных образца воды. В нашем случае это обычная питьевая вода и вода с добавлением Coral Mine. Мы провели 10 экспериментов и пришли к интересным выводам. Исследования показали, что Coral Mine действительно воздействует на воду. На изображениях, полученных в ходе микроскопии, видно, что минеральные остатки второго образца с Coral Mine более рассредоточены. А значит, они легче могут попасть в клетки организма по сравнению с обычными продуктами кальция. Интересно, что в каждом из экспериментов результаты микроскопии образца с Coral Mine практически не отличались друг от друга. Вариативность результатов простой воды оказалась значительно выше. Исследования подтвердили, что вода с Coral Mine имеет лучшую стабильность, упорядоченность и однородность по сравнению с первым контрольным образцом. Почему структурированная вода так важна для нашего организма? Ответ прост. Мы – это то, что мы пьем. Ведь вода – это не просто химическая формула H2O. Это определенная упорядоченность и структура молекул. Чем лучше эта упорядоченность, тем проще вода попадает в наши клетки, питает их и поддерживает здоровье всего организма. В ходе исследования мы доказали, что Coral Mine улучшает структурированность и упорядоченность воды. С другой стороны, мы пришли к выводу, что это работает и на уровне биополя, укрепляя здоровье человека. Полученные результаты оставляют много новых вопросов, а значит, впереди у нас еще более обширные и глубокие исследования продукта.